трансцендентный способ получения информации от высших сил или от кого вы получаете? Ну, например, вот вы создали систему питания. Слово «высшие силы» не подходящее. Это человеческое определение. Высшие силы. Это значит, человек сразу ставит себя ниже. Говорит, я тут раб, вот к вам с мольбой обращаюсь, чтобы вы мне тут вот немножко помогли в моем несчастье жить. Вот примерно, что вы сказали. Так непотребно. Это друзья. Скажем так. Ну хорошо, друзья, да. Вот равные просто... друзья, причем. Равные. Да. Вот вы как-то выставляли фильм, где там мужчина лежал, и у него рука так качалась туда-сюда, и он говорил даже своим голосом. Белимов. Да, наверное. И это было очень правдоподобно, как вот он это все вот как снимали, да. И я хотела спросить, у вас примерно так же идет или каким-то другим образом? Нет, я не качаю ни руками, ни ногами, ни другими членами. Нет, Анжелочка, я не использую вот эти вот разновсяческие действия типа качания. Руками, ногами, пиписьками, там, ушами, носами и так далее. Ну, мне просто интересно узнать, потому что есть еще всякие контактеры, их называют. И вот, ну, например, там, не помню, как ее зовут, подзор. Анжелочка, вот сейчас как вы думаете, кто с вами беседует? Мой телесно-умственный аппарат беседует, мой ум? Ваш рот, правильно. Вы же всегда говорите. Верно говорите, потому что есть два основных состояния. Основное состояние, когда мой биологический аппарат, телесно-умственный аппарат функционирует от ума, а есть такой, как вот в данном состоянии. Сейчас рот функционирует сам по себе, а мой физиологический аппарат просто гуляет, и ум отдыхает. Ум не участвует в нашем с вами процессе разговора. Да, ну и как... Он наблюдает и отдыхает. Ну, а вот как у вас происходит это? Вот, ну, к примеру, вот, это, вот в эту вашу систему «Семь ангелов», система питания, вот вы ее как вы ее записали? Я так понимаю, что вам кто-то ее прочитал. Руками, ручками. Ну, я знаю, я на семинаре была, называется «Автоматическое письмо». Ну, это прикольно работает. Вот вы примерно так же, да? Вы поймите простую вещь. Почему я на подобные вопросы не отвечаю? Я сейчас объясню вам. Опять не понравился вопрос. Вот я же вам сказала. Нет, слово «не понравился» абсолютно неподходящее. Это неприемлемо по одной простой причине. Потому что в этом случае тогда те, кто услышит, будут думать, что им нужно действовать таким же образом. Но у каждого свои инструменты. Эти инструменты у каждого свои. Поэтому нет одинаковой методики. И у каждого индивидуума своя методика. И каждому нужно найти свою методику. Когда рассказывает кто-то о том, что надо делать так, он делает глупые вещи. Нельзя других программировать на определенные действия. Это схоже с тем, с теми, кто пишет религиозные догмы, нормы и правила. Понимаете смысл? Угу. Ну, вот например, я так и знала. Например, вот эти вот люди, которые говорят «завтра», или там «ты будешь бедным человеком», или «ты будешь богатым человеком». Для того, чтобы тебе делать вот это, ты должен делать вот это. Для того, чтобы тебе стать вот этим, ты должен обернуться вокруг оси 54 раза, пернуть, чесать за левым ухом, и тогда с тобой это случится. Знаете, что эти люди делают? Это как цыгане. Это из той же серии, Анжелочка. Поэтому вы, конечно, можете говорить, нравится, не нравится. Я лишен вот этого. Нравится, не нравится. Моему уму, может быть, что-то нравится, но и не нравится. Но истинная сущность всего лишь улыбается. Ну, я спросила ваш рот. Ну, может ли он... Это вам ответил сейчас. Нет, не скажет он вам ничего больше, кроме того, что было сказано. Ну, вот видите, я же вижу, Анжелочка, конечно, вижу.
Я же сказала вам, что вы не ответите мне на мой вопрос. Так и есть. Ну, молодцы. Видите, какая вы Ванга получились. Вы спрогнозировали. Ну вот. Вы взяли и спрогнозировали. Вот. А вы такой, ну, спрашивайте, вам не нравятся мои вопросы? Ну вот, пожалуйста. Нет, слово «нравится» или «не нравится», Анжелочка, неприемлемое. Ну, у меня нет отношения к вашим вопросам. Нет отношения. Они не хорошие и не плохие. Это просто вопросы. Как можно смотреть на облака и говорить, нравятся они или не нравятся? Это же глупость какая-то. Вот точно так же к вашим вопросам. На облака. А, на облака. Угу. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Ну, вот смотрите, есть же инструменты, да? Вот, например, я там училась на заговаривание болезней, да? И там есть специальный ритуал, там специальные слова, которые мне нельзя, например, никому дальше говорить, да? Ритуал — это высохший кокон веры. А вера — это самообман, дорогая. Вот что это такое. Ну, смотрите, вот есть такой инструмент. Я заплатила деньги, я пришла на семинар, меня научили, и это работает. Вот, конечно, если правильно. Меня кто-то спросит, конечно. А как ты делаешь заговор, я скажу, что ну как, ну ртом я скажу. Так у меня уже будет, у другого человека будет понятие, ага, это заговаривать, это значит надо просто что-то говорить, но я могу сказать шептать, все, уже есть хорошо, понятие. Хорошо, я вам отвечу на ваш вопрос, он в принципе понят. Ага. Значит, если мы рассмотрим концепции магии, то мы увидим, что есть несколько основных типов. Самая низкая, рабская магия, это ритуальная. Там, где используются различные технологии, которые описаны в каких-то книжках, где говорится, ты должен, да, там вот покрутиться, там, почесать чего-то, стукнуть в колокольчик, там, я не знаю, хрюкнуть, сказать какие-то слова. Это ритуальная магия. Она доступна простолюдинам. Есть высшая магия. Она не требует вообще никаких слов. Она не требует абсолютно никаких действий, никаких колокольчиков, никаких там предметов каких-то еще, нахождения в каких-то местах. Это всего лишь состояние, в котором есть необходимые действия. И эти действия, они не физического порядка. Вот и всего. Но вы же все равно это записали, в конце концов. Ручку-то взяли хотя бы в руки и записали, правильно? А как же, обязательно. Ну, не ручку, скажем так, а на компьютере. Сначала ручку взял, да, карандаш. Я использую карандаш с обычным грифелем и белый лист бумаги. А, ну, я могу себе представить, что этот инструмент примерно как автоматическое письмо, которое... Вы можете представить себе все, что угодно. Ну, просто получается теперь, вы не хотите мне отвечать? Как именно вы получаете? Что значит не хотите отвечать? На ваш рот. Нет, рот вам ответил, просто вас не удовлетворил этот ответ. Ну, я представила, что вы сидите перед компьютером, и вам идет информация, и вы ее... Вот видите, вы представили. Ну, так что, ну хорошо, но удовлетворитесь тогда этим представлением. Вам нужна технология и результат. Чем вы пользуетесь? Результатом или технологией? Я бы хотела узнать, что это за инструмент. Правильно. Для чего? Просто так, интересно. Просто так даже мухи не садятся на стекло. Ну что вы мне сказки рассказываете просто так? Это вы детишкам своим рассказываете. Либо, не, ну меня вообще... Если, вот смотрите, у меня просто очень много книг дома, и я очень много всяких курсов посещала за свою жизнь. Мне просто нравится, да? И я понимаю, вы себе катастрофически засорили голову. Ну почему?
Не знаю. Объясню. Потому что только чистая голова, свободная от каких бы то ни было измышлений, написанных кем-то другим, то, что чужое, то, что написано кем-то другим, не является вашим, не может быть использовано правильным образом. Это всего лишь флюгеры, которые указывают вектор движения к пути. Но индивидуум начинает что-то делать общественное только тогда, когда не использует кем-то созданную и уже мертвую информацию. Ну окей. Хорошо, Владимир, вы не хотите мне рассказывать ваш секрет, я понимаю. Анжелочка, вы не хотите понимать. Рассказать я вам рассказал. Знаете разницу секрета и тайны? Секрет, тайна. Да, знаете, в чем разница? Нет. Между секретом и тайной. Хотите узнать? Да. Секрет – это такая штука, такая информация, которую может познать любой. Ну, например, где зарыт сейф или где лежит ключ от сейфа, где деньги лежат. Это секрет. Его может понять каждый. Секрет скрывают друг от друга для того, чтобы другой не знал. Тайна – это такая штука, которая доступна всем. Но понять ее можно только тогда, когда у вас есть ключ от понимания. Оно лежит на поверхности. Это видят все, но не могут понять. Вот это тайна. Когда вы получаете ключ, вы понимаете смыслы того, что все видели, но не понимали. Вот это разница. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.